Старший научный сотрудник Эстонской академии музыки и театра Жанна Пяртлас провела мастер-класс для студентов Института национальной культуры Мордовского университета. Тема занятия – традиции многоголосого пения сету в юго-восточной Эстонии. Это очень полезно и интересно для студентов, потому что наши студенты изучают песенную культуру не только мордовского народа, но и всей финно-угорской группы. Это и венгерские, и финские, и, соответственно, эстонские, и марийские песни. И поэтому общение с живыми носителями языка – это очень полезно и интересно для студентов, чтобы они услышали, как звучит это в оригинале, и воспроизводили в своей работе. Мастер-класс проведен в рамках серии международных полевых экспедиций «Музыкальный фольклор финно-угорских народов. Традиции и современность». Существует такая гипотеза, согласно которой сетуское многоголосие может быть связано с мордовским, особенно эрзианским. И, конечно, я очень хотела сюда приехать и сама послушать, и съездить в деревню. Вот завтра, послезавтра я поеду в деревню. Ну и, конечно, мне будет что рассказать и студентам нашим. Для студентов Института национальной культуры подобные мастер-классы – возможность познакомиться с песенными традициями многих народов и расширить репертуар. Хотим как можно больше узнать про эстонскую руну, потому что она напрямую связана и с русской, и с мордовской, то есть очень похожа. Вот. Ждем, конечно, того, что поправит наше произношение, потому что хотим добавить в наш репертуар эстонские песни. Это не первая экспедиция иностранных культурологов района республики. В октябре с подобным визитом Мордовский университет посетили представители Академии рунопения города Кухма, Финляндия.